SP mini pig. Body display. Driving space. Driving test. Headlight test. Wipers. Вот такой, совершенно новый, с завода электрокар, грузовик от бренда Kia, вы можете купить уже сегодня на китайских сайтах всего за $2200 США. И это не шутка, все в шоке от их цен на их электрокары. Данный электрокар хоть и двухместный, зато он станет незаменимым помощником для вас в любом хозяйстве, на предприятии или на заводе. Он может перевозить груз до 800 кг, при мощности двигателя в 3 кВт. Вот давайте посмотрим на его технические характеристики. Максимальная его скорость движения до 45 км в час, но зачем нужна большая скорость для грузовика? Дальность хода на одном заряде батареи до 100 км. Колесная формула его 4×4, что гарантирует его высокий уровень проходимости, и ключевой особенностью данного электрокара, грузовика является еще и то, что он самосвал. Еще на экране вы можете разглядеть его габариты, радиус колес у него 12 и современная автоматическая коробка передач. Как видите, электрокар имеет шикарный салон и все удобства для нормальной работы и передвижения по местности. Относительно доставки, так стоимость доставки зависит от дальности и наличия логистических путей. Есть большая разница, доставлять товар из Китая в Казахстан или же, например, в Мексику. А еще доставка зависит от самого продавца на Алишке, от того, какую цену определит продавец. Относительно растамаживания и регистрации, так у каждой страны разные законы. Но этот нюанс, конечно, тоже обязательно нужно учитывать во время покупки электрокара. Выбирайте себе электрокар, смотрите на его технические характеристики, а дальше просто идите в таможенную службу, которая есть в каждом большом городе, и узнавайте. Ну, вот такой краткий видеообзор у нас получился сегодня. Заходите на наш сайт для выбора электрокара, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и всего вам доброго.